Всем привет! Сегодня у нас бас-гитара Ltd B-104. Корпус этой бас-гитары сделан из липы. На нем установлены два звукоснимателя, ручка громкости, ручка баланса и активный эквалайзер. Гриф бас-гитары сделан из клена с накладкой из палисандра, 24 лада. Крепление на болтах. Давайте послушаем, как эта бас-гитара звучит на нековом датчике. Бридж. Теперь оба датчика вместе. Послушаем, как работает эквалайзер. А теперь послушаем эту бас-гитару в связке с барабанами. Mm-hmm.